Так, ну что, у нас первая травма. Папа не наступил на морского ежа. До доктора в отеле идти далеко, поэтому его спасают местные. Они пока какой-то косточкой папайи или чего там, какой-то иголкой вытаскивают ему иглу. Вот это ужасно вообще. Вот они. О, сейчас. О, ужас. Случился небольшой отлив, и я не заметил, а тут ежики забрались, как рой пчел. Да, все дно усыпано. Да, причем я не наступал на него, я его задел. А? Наступил, у тебя вся ступня в нем. Так а я же был на спине, просто коснулся. Вообще же. Вот. Why? Why he took our papaya? Папайя, потому что это очень хорошо. Потом он побежит. Да. Окей. Это медицинская папайя. Да. Папайя и бензин. Ага. Вечером. Quickly. In the sea. For another, yes. So I will repeat. In Russian, it's охренеть. Учим местное население ругаться. Но это очень актуально. А теперь они поливают ногу бензином. Вообще нереально, и бензином прям воняет. Может, надо было все-таки к доктору. Ага. Бензин, папайя, это сильно. Но пока папаня живой. Там еще что-то вынимает. Мне кажется, там еще что-то осталось. Ну что, пляжный доктор говорит, что все окей. Акуна матата. Акуна матата, и сейчас нам будет выписывать. Охренеть. Охренеть. Чистая акуна матата. Короче, операция. Окей. Бензин. I understand. Бензин, папайя, и мы будем здоровы. Это папайя. Да, это медицин. This is medicine, папайя. Да, медицин. Хорошо, потому что... Да, петроль, папайя, это красиво. Вечером он... And you'll be healthy. Да. And strong. And very quick. Да. Yes. И потом вечером он чуп-чуп на пляж. Да. Mm-hmm. Это ресит. We'll go for a walk. Да, ресит это. Отлично. Бред, конечно, гад. Ну ладно, вроде все вытащил. Папа, скажи, как ощущение? Папа? Лежишь счастливый? Да. Романтин. Thank you.
бассейнов, океанов. Мы пришли на ужин. Очень мало народу. Здесь так вот как-то мы уже второй вечер мало народу, не так как в столовках Турции и остальных all-inclusive. Почему-то народу мало. И это прекрасно. Поэтому так уютно и комфортно. А вот там гитарист играет. Работа. Снять наши бассейны, они просто вот такие каскадные, по всему отелю речками текут, вот там с баром внутри. Красота чумачичи. А вот там, слышите крики, это шоу масаев.